Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио кармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда жогорку окуу жайларга тапшыруу тартиби жана мөөнөтү тууралуу Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин орун басары Умуров Нурлан Кубатович маалымат бермекчи. Брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК, Алатоо 24, Пирамида, 5-чи канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, 1-чи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРнын YouTube каналынан жана Facebook'тан Кыргыз өкмөт социальное правительство МТРК ЛТР жана биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Нурлан Кубатович, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн жалпы республикалык тестирөөнүн тестирөөгө регистрация бул 15 майга чейин жүргүзүлгөн. Азыркы күндө ошо регистрациядан жалпы республика тестирлөөгө регистрациядан 41727 абутуриент катталды. Бул негизги кыскача маалымат бере айтсак, жалпы республикалык тестирлөө 3 этаптан быйылкы жылы өтөт. Биринчи этап 21-июнда болот. 21 күнү негизги тест, 21 күнү негизги тест, а 22-июнда кошумча предметтер боюнча тест тапшырышат. Экинчи этап бизде 24-чү анан 25-июнда өтөт. Бул ал эми үчүнчү этап болсо 11 менен 12-июлда өтөт. Буга чейин эгерде кандайдыр бир себептер менен ошо жалпы республикалык тестирлөөгө 15 майга чейин регистрациядан катталбаган абутуриенттер болсо, алар үчүн кошумча дагы каттоо каралды. Ал кошумча каттоонун даталары бул 20-июнда саат 13:00 17:00 чейин бул Кыргызстандагы ошо тестирлөө өткөрүлөрү борборлорунда жүргүзүлөт. Андан сырткары дагы 23-июнда саат 13:00 17:00 чейин дагы кошумча каттоо жүргүзүлөт. Жалпы Кыргыз Республика боюнча 116 ошо тест жалпы республика тестирлөөнү өткөрүү борборлору дайындалып, ошол жерде жалпысынан республика тестирлөө жүрөт. Бул тестирлөөнүн жыйынтыктары 13-июлдан 19-июлга чейин бардык сертификаттар жыйынтыктары чыгып, ошол сертификаттар ар бир абутуриенттерге жер жерлер менен жеткирилип берилет. Бул жалпы республикалык тестирлөө бүткөндөн кийин негизги токтолчу маселе быйылкы жылы окуу жайларга, жогорку окуу жайларына тапшыруу маселеси боюнча айта кетсек, быйылкы жылдан баштап ошол өзгөчө кырдаалды эске алып, биринчиден бул жогорку окуу жайларга тапшыруу, билесиздер, ошо жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктары менен конкурстар жүргүзүлүп тапшырылчы. Быйылкы жылы толук түрдө аралыктан өтөт онлайн формасында. Бул жаатта атайын министрлик тарабынан бул платформа дайындалып чыкты. Ар бир абутуриент жылдагыдай окуу жайларына талондорун барбастан эле ошо эки платформа аркылуу аралыктан өзлөрүнүн талондорун кайсыл окуу жайына, кайсыл адиске туура келген тандап талондорун регистрация алып толук бойдон вузга тапшыруу бул онлайн форматта өтөт. Бул онлайн форматтын негизги өзгөчөлүктөрү болуп, быйылкы жылы ар бир абутуриент өзүнүн үйүнөн эле бүт биздеги Кыргызстандагы болгон окуу жайлар боюнча кандай адистиктер, кайсыл адистикке тапшыруу тууралуу бардык маалыматты ошол эки онлайн режимде көрүп, адистигин тандап ошого регистрация болуп конкурска катышып өтө алат. Негизгисинен жылдагыдай быйылкы окуу жайларына тапшыруу 3 турдан турат. Биринчи тур 20-25 июлга чейин жүргүзүлөт. Экинчи турубуз 27-29 июлга чейин жүргүзүлөт. Ал эми үчүнчү тур болсо 3-5 августка чейин жүрөт. Бул жогорку окуу жайга тапшыруунун негизги кадамдары бул биринчи күнү 20-22 июлга чейин ар бир абутуриент тандаган окуу жайын, тандаган адистигине өзүнүн талонун
регистрация алыш керек. Биринчи турда эки талон каралган, бир талону бюджеттик негизде, экинчи талону контракты формага. Үч күн ичинде талонун тандаган адисине регистрация кылган соң, андан соң эки күндүн ичинде ал ошол эгерде конкурстан ошол каралган орундарга балым менен өтүп туш келсе, анда ошол окууга тастыктоо процессин жүргүзүш керек. Быйылкы жылы жыл сайын жогорку окуу жайларына конкурска, тапшыруудагы конкурска катышыш үчүн негизинен босого бал аныкталат. Былтыркы жылы босого балы болуп 110 бал болгон. Быйылкы жылы бул ошо жогорку республикалык тестөөлөрдүн жыйынтыгы чыккан соң министрлик тарабынан босого балы аныкталынат и ошол эки баардыгыңыздарга маалымат берилет. Босого бал негизги тест боюнча, анан ар бир предметтик тест боюнча өзүнчө босого бал министрликтин буйругу менен бекитилет. Рахмат, Нурлан Кулатович, мүмкүн болсо расмий тилде маалымат алсак. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Касательно, мы в этом году, учебный процесс завершается, и хотел бы остановиться на нескольких моментах по процедурам ОРТ и касательно зачисления вузов в нашей стране в этом году. В связи с ситуацией мы стали свидетелем того, что там учебный год нам пришлось завершить в удаленном, в дистанционном формате. И на сегодняшний день уже завершены учебный процесс в школах и завершается учебный процесс в вузах. И позвольте подробнее остановиться на аспектах по общереспубликанскому тестированию. На сегодняшний день до 15 мая сего года была проведена регистрация на прохождение общереспубликанского тестирования. И на сегодня по стране 41 727 абитуриентов прошли регистрацию на прохождение общереспубликанского тестирования. И этапы. Приказа Министерства образования и науки был издан приказ об определении этапов проведения общереспубликанского тестирования. В этом году тестирование пройдет в трех этапах. Первый этап будет 21 и 22 июня. 21 июня будет пройти тестирование по основному тесту, а 22 июня по предметным тестам. Второй этап будет 24 и 25 июня. И третий этап будет 11 и 12 июля. Для прохождения тестирования по стране определены 116 центров тестирования, и вот в этих центрах будут проходить тестирование соблюдением всех санитарно-гигиенических условий. И согласно утвержденному графику. Также для тех абитуриентов, которые по объективным или по каким-то причинам не смогли пройти регистрацию на прохождение общереспубликанского тестирования до 15 мая, Министерством образования предусмотрена для них возможность поздней регистрации. Поздняя регистрация будет пройти 20 июня с 13:00 до 17:00 в центрах проведения тестирования, для того, чтобы эти абитуриенты 20-го зарегистрировались и 21 июня смогли сдать тест. Вторая поздняя регистрация будет 23 июня с 13:00 до 17:00 в этих же центрах проведения тестирования. Также по каким-то причинам, если некоторые абитуриенты находились за пределами страны и, или возвращаются там в рамках каких-то программ в нашу страну, также, если таковые будут, мы предусмотрели еще одно позднее тестирование. Позднее тестирование будет проведено 11 и 12 июля. Для позднего тестирования 10 июня будет проведена регистрация. Теперь позвольте сказать о зачислении вузов нашей страны. В этом году в связи с ситуацией формат зачисления вузов будет проходить в удаленном формате с применением
онлайн-платформы. Для этого со стороны Министерства образования разработана и будет запущена система для онлайн-регистрации, онлайн-зачисления вузов. Если в прежние годы все абитуриенты для того, чтобы поступить в вузы, необходимо было выбрать, то есть идти по вузам, выбрать соответствующую специальность и туда зарегистрировать, бросить в урну талоны от сертификата ОЭРТ. В этом году вся процедура будет проведена с помощью онлайн-платформы в удаленном формате. То есть абитуриенты, для того, чтобы поступить в выбранный вуз или выбранную специальность, они должны через платформу зарегистрировать свои талоны ОЭРТ. Это будет проходить, не выходя из дома. Для этого в данный момент разрабатываются все информационные инструкции и будет проведена уже с числа, начиная с 20 июня, будет проведена общая информационная кампания. О сроках проведения. В этом году зачисление в вузы, для того, чтобы поступить в вузы, предусмотрены 3 тура, как и в прошлые годы. Первый тур у нас будет идти с 20 по 22 июля. Второй тур с 27 по 29 июля. И третий тур с 3 по 5 августа. Туры предусматривают, что в первые 3 дня, то есть 20, 21 и 22 июня, абитуриенты должны зарегистрировать свои талоны. Талонов в данном случае имеется 2 талона. Это один талон для поступления в бюджетные места, на грантовые места, а второй талон для поступления на контрактную форму обучения. Итого имеется, на сертификатах будут 6 талонов, по 2 талона на каждый тур. Уникальность данной информационной онлайн-зачисления вуза ОЭРТ – это информационная система, обеспечивающая автоматизацию процессов отбора и зачисления абитуриентов на обучение вузы нашей страны по результатам общереспубликанского тестирования на все формы обучения, это как на грантовые, на контрактные формы обучения, на заочную и вечерние формы обучения. Внедрение данной автоматизированной информационной системы онлайн-зачисления вузов по результатам ОЭРТ предполагает, во-первых, решение следующих на сегодняшний день с учетом ситуации с ковидом. Следующая приоритетная задача, я бы хотел отметить, это обеспечение абитуриентов возможности подачи заявления на участие конкурса на зачисление вузы КР в электронной форме без посещения самих вузов. Создание централизованного учета талонов сертификатов ОЭРТ, подаваемых для участия в конкурсе, а также формирование рейтинговых списков абитуриентов. Сбор и обработка данных абитуриентов в автоматизированном режиме. То есть это означает на ежесекундной основе, на этой площадке у каждого абитуриента и также и общественности будет возможность видеть позицию. Там будет через монитор будут видно все вузы, все специальности, на какие вузы, на какие специальности на данный момент, сколько было заброшено талонов, с какими баллами, информация о вузах, контактные данные каждого вуза, а также места, выделенные как на бюджетной, на контрактной основе в рамках каждой специальности. Таким образом, абитуриенту дается возможность, прежде чем зарегистрировать талон на ту или иную специальность, они могут проанализировать информацию о ходе конкурса. По завершению сбора талонов, регистрации талонов, это у нас будет идти 3 дня в каждом туре, 2 дня дается, будет уже вывешено на этот же портал список рекомендованных к зачислению вузы, и на основе рекомендованных каждый абитуриент может подтвердить свое желание обучаться на данной специальности, если он проходит по конкурсу, тоже в удаленном формате. То есть все формы заявления и согласия предусматривает система, она будет через онлайн, будет заполнены необходимые поля, а оригиналы документов каждый абитуриент уже будет переносить, когда начнется уже учебный год, то есть к 1 сентябрю. Все.
Спасибо, Нурлан Кубатович. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг пресс-центра Республиканского штаба о порядке зачисления и поступления в высшеучебные заведения. Вас проинформировал заместитель министра образования и науки Кыргызской Республики Умуров Нурлан Кубатович. Прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, ЛТО-24, Пирамида, Пятый канал, через областные медиа-центры, Кыргызское национальное информационное агентство Хабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Маралов, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство, НТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.